Всем доброго дня. Продолжаем знакомство с этим, ну, я по-другому не могу сказать, просто чудесным кремом. И хочу вам поставить один из аудиоотзывов, который нашел в нашем чате. Девочки, хочу сделать приятный отзыв. Вот неделю назад ко мне пришла подруга, разговаривала по телефону, ей позвонила сестра. И она стала говорить, вот у мальчика, говорит, на пальцах, говорит, я не знаю, то ли псориаз, то ли экзема какая-то, вот как вот началась вот на пальцах, между пальцами, говорит, вот так вот было. Теперь, говорит, я ей просто сидела и сказала, ну, пускай баню помажет и крем с кубиками. А она говорит, ну, мы возьмем у тебя этот крем, этот баню. Я ей баню дала, а крем ей просто отжала маленький этот самый, отлила ей, короче, этот с кубиками. Вот я говорю, пускай попробуют. Вот, теперь она мне сейчас позвонила, сестра, вот, ну, она говорит, подруга этой сестры, они оба звонят, спрашивают, что за крем ты, говорит, нам дала, говорит, такой, говорит, хороший. Я говорю, а что там? Она говорит, мальчику, говорит, намазали на пальцы, на глаза, говорит, это все прошло, говорит, вечером, говорит, уже, говорит, даже практически не было, говорит. А несколько дней помазали, говорит, у него, говорит, бородавка была, и бородавка даже упала, говорит, отошла. Так что вот такие приятные отзывы у нас. Была вот такая вот ситуация с кожей. Стали вот такие вот очень даже ручки. Вот это вот одно из описаний, взятое тоже в том же самом чате. Крем по уходу за телом предотвращает раннее старение тела, снимает красноту и воспаление, по всему телу убирают рубцы, микротрещинки, шелушение кожи, устраняет сухость, морщины, жирный блеск на теле, а также борется с прыщами и угрями на теле. Выводит гиперпигментацию, обновляет кожу, выводит веснушки тела, лечит места гнойных язвочек, также помощник при экземе. И давайте проанализируем, откуда берутся такие прямо чудесные свойства. Состав. Масло органовое, эффективно увлажняет и питает кожу, помогает в лечении прыщей, угрей и высыпаний на коже, в том числе подросткового акне и прыщей от оспы. Масло ши, атопический дерматит, трофические язвы, акне, ожоги, в том числе солнечные, применяется для рассасывания рубцов, заживления ран, противоотечный эффект при тромболепитах, варикозном расширении вен и других сосудистых проблемах. Пожитник греческий, обладает противоопухолевой, фунгицидной, антимикробной активностью, антиоксидантной активностью, противовоспалительным, ранозаживляющим, капилляроукрепляющим эффектом. Экстракты подорожника, мальвы, алтея заживляют, дезинфицируют нарывы, раны, кожные язвы, фурункулы и порезы. Раздражение, воспаление, регенерация клеток, увлажнение, лечение акне и угревой сыпи. Сухая кожа после бритья, пилинга, вакуумного массажа замедляют старение кожи, возвращают ей здоровый блеск и красивый цвет. Вот еще один результат. Состояние кожи у ребенка до применения крема и состояние кожи после трехдневного применения этого крема. Еще отзыв. Дочка порезала палец, сегодня в море крови было, намазала крем с кубиками, приложила марлю, и вот кровь остановилась, и кожа почти приклеилась. Вот результаты вот состояния кожи до применения крема, вот состояние кожи после применения крема. Еще один отзыв. Хочу оставить отзыв по этому крему. У меня диабетическая стопа. Вся стопа в трещине, чего только я не делаю и не делала. Буквально недавно начала пользоваться этим кремом. И хочу сказать, очень хороший результат. Во-первых, проходит боль, во-вторых, заживают ранки. Я рекомендую этот крем, особенно у кого сильные трещины на ногах и при сахарном диабете.